Родители, обращаюсь к вам. Вы тоже стали замечать, что кто-то специально расшатывает психику наших детей, что они в последнее время стали какими-то неуравновешенными. И это уже как эпидемия. И что в конце концов происходит? Я посмотрела фильм «Воздействие», где были даны ответы на все мои вопросы. Там рассказывается про метод пазлового кодирования, из-за которых у них происходит биполярное расстройство. Ты знаешь, самое страшное здесь в том, что это происходит дистанционно, через соцсети, через СМИ. И подросток сам не понимает, что с ним происходит. И очень переживает по этому поводу. Но когда все частички вот пазла сложатся, он может взять в руки оружие и пойти убивать других детей. Хотя он сам не является убийцей, по сути. Он такая же жертва. А настоящий убийца – это антикультисты, которые заложили в СМИ эту кодировку ради своих личных целей. Смотри фильм «Воздействие», чтобы знать, как защитить своих детей и защититься самому.